У современной молодежи в тренде бизнес. Как воплотить свою идею в жизнь и грамотно начать собственное дело, студентам колледжа рассказали на тематическом семинаре. На выходе, если инвесторы поддержат ваш проект, проект студента, стартапера, он получает возможность получить первичное финансирование через группу инвесторов из Сколково и начать свое дело. Дарья активно участвовала в семинаре. У девушки есть цель и немало бизнес-идей. От их реализации зависит ее будущее. Чтобы все задуманное получилось, нужно учиться. Узнать новое о бизнесе, стартапе просто полезно, как минимум. Свои надумки есть на это. Я бы хотела открыть какой-нибудь бар с тематикой видеоигр. Организаторы постарались объяснить ребятам, чтобы добиться успеха, необходимо стать профессионалом своего дела, получить достойное образование. Эксперты поделились собственным опытом ведения бизнеса. Но не только. Депутат от «Единой России» Вячеслав Киреев уверен, что в любой ситуации важно оставаться патриотом. Проводя встречу, ну, во-первых, поделились своим жизненным опытом, да, я как предприниматель, как политик, как депутат, рассказал им, значит, о том, как жили мы, да, и при этом, при всех трудностях, которые у нас были, значит, мы все-таки сохраняли наши патриотические чувства и государственность. Подобные встречи со студентами в рамках партийного проекта «Локомотивы роста» будут продолжены. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».